В преддверии наступающего дня памяти Холокоста хочу обратить внимание на произведение, которое лично меня очень сильно впечатлило. Автором является известный писатель Эрих Мария Ремарк. Называется оно «Искра жизни». Уникальность этой книги для меня заключалась в том, что в отличие от привычного нами освещения проблематики Холокоста через переживания евреев, книга «Искра жизни» преподносит нам взгляд на концлагерь, на все страдания, на все мучения, на все испытания, которые проходят узники, и на жестокость и зверство надзирателей с другой стороны, глазами немца, который сам стал узником и находится вместе с евреями и другими заключенными в одном лагере. Такое необычное обращение внимания, необычная точка взгляда на историю Холокоста впечатлила меня, и я советую вам тоже с ней ознакомиться.